Именно это и делает нейтрино-вольтаику такой необычной. Автономное, децентрализованное энергоснабжение изменит общество. Как вы думаете, каковы основные причины того, что мы еще не используем эти бестопливные генераторы? Наши исследования, наши технологии в Германии перестали публиковать. Готовы ли люди сегодня к этому? Сегодня мы находимся на том этапе, когда это больше невозможно остановить. Как вам такое? Генератор свободной энергии вырабатывает неограниченное количество энергии, и его пытаются запретить в Германии. Вот что бывает, когда технологии выходят за рамку классической физики. Об этом сегодня и пойдет речь. Добро пожаловать на канал запрещенных технологий. Меня зовут Рафаэль Анриэл. Обязательно делитесь этим видео, и мы будем начинать. Прямо сейчас то видео, которое вы наблюдаете, это американский генератор Earth Engine, или земной двигатель. Их компания постигла ту же участь. Никаких новостей и признаков жизни компания не подает, но при этом у них самый мощный в мире БТГ-генератор, или по-простому вечный двигатель. Ну а мы продолжаем. Добро пожаловать, уважаемые зрители! Сегодня мы погрузимся в удивительный мир современных технологий и расскажем вам о новом прорыве в области возобновляемой энергетики. Представляем вам нейтрино-вольтаику, инновационную технологию, которая обещает изменить наше будущее, обеспечивая доступ к бесплатной энергии. Но все мы с вами знаем, что физики постоянно будут делать препятствия, поскольку по классическим законам физики это не должно работать. В нашем мире, где эта энергия становится все более ценным ресурсом, появление нейтрино-вольтаики может стать настоящей революцией. Так что такое нейтрино-вольтаика? Она основана на использовании нейтрино, электронных нейтральных элементарных частиц, которые являются одной из самых распространенных форм материи во Вселенной. Нейтрино покинули Солнце после того, как прошли через миллионы километров плотного вещества, включая ядра атомов. И вот теперь они приходят к нам на Землю, не взаимодействуя с практически ничем. Это свойство нейтрино лежит в основе нейтрино-вольтаики. Специальные детекторы, разработанные учеными, позволяют нам захватывать эти нейтрино и преобразовывать их в электрическую энергию. Более того, нейтрино практически не исчерпываются и могут поступать к нам солнечным светом даже в темное время суток. Чтобы вы понимали, что это частицы, как буквально радиация, только которая прошибает буквально все, даже саму Землю насквозь, 24/7, 7 дней в неделю, постоянно. Это означает, что нейтрино-вольтаика предоставляет нам доступ к бесплатной энергии практически всегда. Как же это изменит наше будущее, спросите вы? Во-первых, мы сможем полностью избавиться от использования ископаемого топлива, такого как нефть, уголь, что приведет к сокращению выбросов вредных веществ и уменьшению негативного влияния нашего образа жизни на окружающую среду. Во-вторых, бесплатная энергия от нейтрино-вольтаики станет доступна каждому, что способствует социальной справедливости. И в том числе, друзья, вы представьте, что электромобили, электросамокаты, я не знаю, кондиционеры летом смогут работать просто постоянно, бесплатно. Но, естественно, стоит купить этот генератор, и после того вы сможете пользоваться практически постоянно. Ну, что-то типа солнечных панелей, которые работают всегда, или ветряков. Ну что, друзья, обязательно ставьте лайки, делитесь этим видео. А сейчас давайте посмотрим интервью главного разработчика этого генератора.
Сегодня с нами основатель Neutrino Energy Group и генеральный директор Neutrino Deutschland Холгер Торстен Шубарт. Добро пожаловать. Приветствую вас. Я рад возможности пообщаться с вами сегодня. Мы рады возможности поговорить с вами. В своих интервью вы часто говорите, что от объема полученных вами знаний захватывает дух. В процессе изучения информации о технологии нейтриновольтаики мы можем признать, что это правда. Мы будем очень рады поделиться с нашими зрителями этими удивительными перспективами и открытиями, которые станут возможными благодаря внедрению этой новой технологии БТГ. И, конечно, мы хотели бы поблагодарить вас за то, что вы нашли время для этого интервью. Ну что, друзья, на этом все. К сожалению, не могу показать полную версию этого интервью, но ссылочку обязательно оставлю. Либо телеграм-канал Дзен, либо оригинал на Ютубе. А вы, друзья, подписывайтесь, делитесь этим видео и заходите в мой телеграм-канал. Если вы создали какое-то из подобных устройств, обязательно пишите мне. Я покажу ваше устройство всему миру. Все, всем пока.